сорт томата «Большая паста Кэрол Чика». Это высокорослый сорт томата, 1,60 м, 1,80 м в высоту, и среднеспелый, 110-120 дней проходит до созревания плодов. Помидоры вот такие вот красные, плоско-округлые, часто бывают неровной формы. Масса плодов бывает от 400 до 900 грамм и более. Вот этот томат весит 974 грамма. Томат чуть поменьше. Весит 566 грамм. Куст имеет тонкое строение. Потребуется хорошая подвязка как самих ветвей, так и нагруженных кистей, потому что томаты очень крупные. По вкусу томаты сладкие, сочные. Высокопродуктивный сорт для жарких регионов или при выращивании в теплицах, но при этом сорт требователен к повышенному питанию. Также он устойчив к растрескиванию, и растения формируют в 2-3 стебля для получения крупных томатов высокого урожая. Вот так выглядит сорт в разрезе. Розовая мякоть, многокамерный, очень сочный и очень мясистый. По вкусу он сладкий. Очень вкусный томат. Советую вам попробовать такой сорт.